Ruffle Russian PS. That's what's up, песеры. В этом видео хедлайнером будет одна из самых свежих и странных карт в нашей прекрасной Pro Evolution Soccer. Странность Салихамиджича заключается в том, что он имеет спецухи и статы, присущие крайнему защитнику, но при этом же его стиль идеально подходит к игрокам центральной линии. Короче, это боснийский Хасан, а это его организованная сосисочная группировка, и они выдвигаются на стрелку в онлайн. Йоу, ставь лайк, если тоже любишь, когда коннект прекрасен. Во, мне кажется, сейчас что-то получится. Отлично, Джамал! Сука! Браток Хасан на раздаче, давай-ка вот так вот мы сейчас красиво захуячим! Воу, горец как горяч! Туда в разрез, Вот у Баварии мне нравится практически все, кроме отсутствия топ-форварда. Канами, вы поняли, о чем я? Суки, где мой Румениги? Манг в штрафной, держите эту суку! Отлично! Упамекану даже на стрелке вниз прекраснее, чем эти айконики Пуйоля и Бекенбауэра. Чистые факты. Сука, из-за отсутствия крутого напа у меня даже Кимих начал поддерживать атаку, ибо он понимает, что нужно брать числом, раз нет качества. Ну и что тут получается? О, Салихамиджич, навес! Хорош, блять! Йоу, все смотрите, какие педали я себе зацепил на рынке, настоящие Армани и всего 700 рублей. Вау, как же круто, он держит мяч! Хасан, ты видишь этот мяч? Хасан, на весь Хасан! Мусиала! Хасан, вы просто два гения! Ёбаный сыр! У нас появляется лучший ассистент в команде! Что творит этот Салихамиджич? Что не на вес, то сразу голевой! Юху! Мы, кажется, вошли в плотнейший кураж! Нихуя себе! И снова ассист! Чё за тип этот тип? Три красивые голевые передачи и оценка всего лишь 7,5? Канами, вы не правы. Осуждаю. О, а это, видимо, кто-то стремящийся к рейтингу 1400. Чую, будет непросто. Пацаны, может, уже слегка попрессингуем этого соперника? Я вот вообще не пойму, почему у него все проходит и все получается. Ууу, вот это отскок! Так, Хасан с мячом. Хасан, вырезай прекрасный пас. Ну же, Мусиал! Сука! Пирова за такое ему бы дал бы просто смачного леща. Чё происходит? Почему за глиномесом никто не остался следить? Все, я тут сейчас на молчанке попробую поиграть в тики-таку. На нахуй! Мы снова в игре! Хасан раздает, Джамал замыкает. Эта тактика надежна, как немецкий автопром. Воу, боснийский воин бьется за каждый мяч, будто он его мама. Вот туда, вот его Дэвис, ну Салихамиджич. Хасан работяга уже успел вернуться в свою штрафную, чтобы отнять мяч. Просто красавчик, мэн. Лёва, давай же прекрасно в разрез, ну Томас! Сука! Мюллер был неправ, Мюллер будет заменен. Главное не в контратаку. Красавчик Дэвис. Откройся кто-нибудь. Кто там? Это Коман. Вышел, разъебал. Просто вышел, разъебал. Фу, блять, опять кто-то банку сюрстрёминга открыл. Что за ебучий запах? Прошло 100 лет. Ну и хули ты ждешь? Ты заебал. Разводи уже, идиот. Такого ёблана даже фиксики не починит. Блять, кажется, у нас тут блядские проблемы в лице Батистуты. Сука, какой Батистута? Я хотел сказать Ван Бастен, хотя какая вообще разница, если они оба опасны?
Это чертов пожар, сука, туши! Ой, хорошо, офсайд потушил весь пожар за нас. Джамал с мячом, Джамал опасен, Джамал дриблер, Джамал бьет! Хуёво бьет. Как мы выяснили, Хасан славится своими навесами с фланга. Но что со стандартами у этого мэна? Туда его! А со стандартами у него тоже полный порядок. Он прям какой-то не английский Бекхэм. Но только с геймфейсом, как у моего соседа. Вот это вы ожили, вот это вы разогнались, вот это вы мужики. Ну давай же, Мюллер! Второй следом надо было забивать, а не вот так вот бить в стиле Тимо Вернера. Ты чё, блять? Ща выведем Хасана на убойную позицию. Вот так вот, вот так вот и... Ай, больно в ноге, бля! Пиздец. Реально? Так просто? Ван Бастен взял всю мою оборону, распетрушил и так спокойно забил. Салихамиджич, учись. Слушайте, а реально, напишите в комментариях, как там дела обстоят с ударами у этого Салихамиджича, а то мне соперники чё-то вообще не дают за него нормально пробить. Ну, постарайся, уйди от него корпусом, ногами, руками, всем чем угодно, блять, да где ж его дриблинг-то, а? Ой-ой-ой-ой, ни хрена себе, Салихамиджич догнал и перегнал Недвида, хотя был на корпус позади. Вот это, конечно, интересно получилось. Лёва, кто там? Это Мюллер! Блять, да что с ним нахуй не так-то, а? 1687-я моя попытка так попытаться за... Я понял, я слишком долго готовился к этой подаче. Хасан с мячом, Хасан, отдай прекрасный пас. А, я понял, там же Левандовский, а не Румениги. Шикарный момент, ну же, Мюллер, рыша! Блять, я опять забыл, что это Томас Мюллер, а не прекрасный айконик момент Румениги. Эх, дедуля, чё-то ты вообще не тащишь. Ну чё, ща постараюсь разыграть короночку, попробую запустить Салихамиджича по флангу и оттуда отдать прекрасный навес кому-нибудь точно в жбан. Так, аккуратно, не нервничай, ну, лев... Нихуя! Забил! Блять, я вообще не ожидал. Ну, я знал, что, скорее всего, пас получится прекрасным. Но чтобы опять голевым, Салихамиджич просто гений раздачи. Он прям какой-то супер Wi-Fi от мира футбола. Воу, гений опять в топе. Ну, что могу сказать. Этот тип, в принципе, не портит, а даже дополняет картину в схеме, наподобие которой я играл. Где крайние полузащитники служат для выжигания бровки, а не для того, чтобы разбираться с соперниками один в один. Короче, игрок системный. И мне кажется, он идеально залетит в какую-нибудь формацию наподобие 3-5-2, где на флангах нужны как раз вот такие вот работяги. Ну, а я всех обнимаю. Услышимся, когда услышимся. Жди лошмёт на дис, ведь его бесят. Киберспорт юмор и киберспорт песни. А каждый топ-мен знает это бист. Приветствие ставит палец вверх после децваса бессеры.